Сколько стоит завтрак в заведении у самого Кремля? Совсем недавно я обнаружил классное заведение от Новикова около моего дома. По выходным до 2 часов дня для меня в самый раз. Тут подают вкуснейший полноценный завтрак. В него входят 2 фермерских яйца, приготовленные на ваш выбор, круассанчик, свежевыжатый сок и куча всяких ингредиентов. Кстати, я взял себе скрэмбл. Порции тут достаточно объемные, я взрослый мужчина, наелся. Круассан мега хороший, подается со взбитым маслом и с джемом. Это тот случай, когда мне не к чему придраться в заведении. Тем более полная стоимость этого завтрака всего 850 рублей. Нужен адрес?